российского законодательства и человечности силовым и добровольной декларации. Его позорный визум, позорный визум. Декларация, оно имеет другое название, за искусство партии. Вот эта идея, теория позиции, она вырастает из этих источников. А с чем, значит, когда она вырастает? Еще одна цифра, а другой у нас, то есть, она связана с необходимостью аранжирования лексического состава того языка, который пользовался правильно. Мы с вами будем пойдем, если вспомним, что мы сравнили с учителем русском. Весьма представлен разницей я. Я говорю о значениях колоколов. И, например, о лице Тро. Что вы знаете? Мы не знаем, что в рамках того, как они совмещены абсолютно разные лексические классы. Совершенно какой-то изменение разницей я, холодки, и тут же Фрора и разные лексики центра политика. Значит, в чем она? Проблема была в том, и в смысле лексического процесса, она задала другую. Потому что она задала разные лингвистические классы, которые, да, действительно, обладают, но это не случайно математику. Это особо себе важно для искусства поэзии, потому что русский человек, он сразу работает на двух площадках. Он следует сразу два языка. И если там он русский, то все будет называться. Я знаю, что это не так. Но отдаленный русский все, все взрослые широко достаточно. Это уже вполне раньше как-то. Что мы в русском процессе говорили? Мы просто Славянского и русские слова. Но, знаешь, представляешь, когда вы пишете русском,